Доченька моя милая, успокойся, не плачь. Сказала? Вера! Мамочка, понимаешь, Ваню ложат в больницу на операцию. Веру Тая возьмет, пока буду лечиться. Всяко месяца два. А я куда? А тебя отвезу к твоей сестре Анне. Я ей написал. Она ждет тебя. Никому я не отдам. Жалко же мне ее. Как ты? Ты не отдашь. Она ведь не отдаст. Да ты вон... Газ не выключишь и пол дома нахрен разнесешь. Или водой зальешь. Ну, не такая уж я беспомощная, что не смогу сделать. Я же сама себя обихаживаю. Ты себя обихаживаешь.
шевелишься еле-еле. За тобой самой уход нужен. Я еще на своих ногах. И дочку я не брошу. За ней ухаживать буду. Да куда вы, бабы, без меня денетесь-то? Не надо так. Бабушка, ну, ну надо так, понимаешь? Так надо. Так только Варю выпишу. Мы тебя сразу заберем обратно. Ну как же, жалко же тебе меня. А вещи когда собирать? Сейчас. Спасибо, мой родной, спасибо. Четверо военнослужащих погибло в результате подрыва БТРа радиоуправляемым фугасом в Старопромысловском районе Грозном. Всего за последние трое суток в Грозном погибло 11 военнослужащих. Минная война в Чечне продолжается. За последние 8 лет в России... А ехать еще долго будем? Сиди, доедем. В Петербурге сегодня сухо, тепло, днем будет 18-20 градусов тепла. В Москве сейчас плюс 13-14. Атмосферное давление 750 миллиметров. А это что? Дома новых русских. Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, переменная... Каких русских? Ветер восточный, 3-7 метров. Как мы? Приехали. Вылезай. Хозяева дома!
Виктор, вставай. Тетку принимай. А он живой еще? Дышит. Вставай, 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 вставай. Черт, опять пришел. Не опять, а в гости. Ну, сейчас я тебе в морду дам. Витя, ты кто? Я тетя твоя. Рогатый с тобой? Какой я тебе к черту рогатый? Я сам кому хочешь рога устрою. Кто это такой-то? Это Иван. Иван? Правда, Иван? О, бля, опознался. А, думал, чёрт. Совсем ты мозги пропил. Ванька, Ванька. Иди, иди, вон, тётя Тосю, гости принимай. Это хорошо. Одному мне тут нельзя. Ходят всякие. Мать где? Чья? Твоя. Анной зовут. Забыл? А, ушла от греха. Ну и мне пора. А ты еще вернешься за мной? Это моя желанная. Я пойду твою мамку поищу. Вы кого-то ищете? Ой. Нянька моя. Ой, господи. Нянька Тося, сестра моя, вот меня она вынечила. Это соседка моя Валя. Живем душа в душу, лучше всякой родни. Ну да могли быть, правда, вашей родней. А какой? Да какой, да, мой сынок с ее Лизой любили все. Никто ему не виноват. Че на Лизе свет клином сошелся? Че ж не женится? Сынок! Репетиция-то будет? Будет. Николай Насадович всей культурой заправляет. Скоро праздник у нас. Я не знаю, куда бью положить. Положу я
положу я им на правое плечо. Аса правого, аса правого, аса правого налево положу, аса правого налево положу. За юном я хожу, с молодым я хожу. В самый раз покупай, мужик. Положить, я не знаю, куда юн положить. Дядька Черномор. Положу я юн. Какой ты? Положу я юн. Положу я юн на правое плечо. Положу я юн на правое плечо. Аса правого. Аса правого. Аса правого налево положу. Аса правого налево положу. Вот он. Эх, как здорово. А где твои рисунки, Витя? Жёг по пьяни. Ладно, пойдем в зал, а то все места займут. Витька, друг, и ты здесь сейчас, добро! А вот кто пьет, тот нам не товарищ. Чего, Витя? Ну, пропустите. Я, Витенька, пью. Но не так, как некоторые, по 15 дней. И я 3 дня пью, на 4 день я похмеляюсь. Витя. Умри, повидло. Thank you.
так помогать же. Ну? Доченька, бросили бы вы этот пояс. Вас по 2 недели дома нет. А ребята? Вань. Самый денежный рейс. Всех денег не заработаешь. А дети? Что дети? Детям нужен отец вот и мать то, дома. Что детям нужно, им все куплено, поняла? Люби туфли. Да. Мишки с Гришкой. Наганы. А Толику? Пиф-паф, ой-ой-ой, умирай, зайчик мой. Толику. Бабуся! Пошли пешком. Николай пьет сейчас на банкете, про нас забыл. Ври давай, Николай не пьет. Мимо льет. Причина-то какая? Какая? Лизка с мужем разошлась. Доложил. Зачем? Так ведь сама знаешь, не женится из-за Лизы. А ты знаешь, Дуля, башка, как тетя Тося домой пешком пойдет? Да шутю я, шутю, не поняла, что? Ай, тебе все шутки шутить. А мое материнское сердце кровью обливается. Вот умру. Останется Лиза одна, как перс. А я? Да ты чего? А я с кем останусь? С пол-литрой. Он тебе дороже матери. Все, не пью больше, завязал. Ой, твои слова, да, Богу в уши. А Бога нет. Сатана зато есть. Этот есть. Ой, как забыл тебе, зараза. Колька! Да ты чего? С ума сошел? Страшно. Но самое страшное, мне кажется, в другом. А вы знаете, какие чувства испытывает человек, который возвращается оттуда? Идешь по городу, а вокруг музыка, люди, огни, смех. А всего лишь несколько часов назад ты был там. Там, где грязь, окопы, темнота, смерть. И вопросы возникают в голове. А что они не знают? А что им все равно? Что происходит с нами? Взрываются дома. Гибнут сотни людей, захватывают заложников. Мы привыкли к смерти на экране. Мы смотрим репортажи с места событий, как на очередное развлечение. Но никто не хочет оказаться по ту сторону экрана. Да, никто не хочет. Но каждый может. В любое время и в любом месте. И события последних лет тому свидетельство. А что же делать? Может быть, попробовать найти
собрать на вашей передаче. Телевизор смотрит. А там его на крыльце дожидаются. Как все это прекратить? То есть вы считаете, опять, что... Лиза, да сколько можно? Ну что, до седых волос будешь Лизой маяться? Эх, ма! Теперь только песни по праздникам поют. А раньше, помнишь, похоронку получили на тятю. Самый размер козьбы. Ой, как мама плакала. Ой, по земле каталась. Ой. А потом взяла косу и пошла косить. И пошла косить. И так до конца поздней. А развернулась и с песней. Парень бравый, кучерявый, парень бравый, кучерявый. Ох, 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 ох. Кудри три ряда. Ой, письмо, наверное, от Лизы. Ой, ой, спасибо тебе. Тебе. Ай, пляши. Давай, пляши, 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 пляши. Ну, чего ты? Все. Отплясали ноженьки. А ты ручечками, ну-ка давай. Держи. Очки принести? На, прочитай сама. Дорогая бабуся, пишет Тая, не знаю, как написать, у нас горе. Какое? С Верой снова удар. Она живая. Ванька Веру убил. Как? Тетю Тосю сплавил к тебе погостить нарочно. Веру опять до утра довел. Вера слепла из-за близнят. Да Мишка с Гришкой сгорели в Афганистане. А когда Вера ослепла, тогда кончился СССР. СССР? Да ты ж сама рассказывала. Когда Тая поздно ночью с танцев пришла, Иван ее в дом не пустил. Вера за окном стояла, а Тая под окном. Вот тогда у Веры первый удар-то и случился. Тише ты. Неспроста мне Ванька чертом привиделся, когда тетю Тусю погостить привез. Он все знал. Все подлить? Знаешь, что в Библии сказано? Кто поклоняется дьяволу, тот будет пить вино ярости Божией. А я завязал. Хорошо же. Тогда ответь.
Почему, когда человек рождается, плачет? А? Холодно? Страшно. Чего страшно-то? Чего страшно-то? Ведь он не соображает еще ничего. Причувствует. Опять дума заседает. Мам, да ты че? Мы ж просто так сидим. Дискуссируем. Знаю я ваши дискуссии. Опять мордобоем закончится. А ну, Маша, че давай. Что и требовалось доказать. Мамка, ты меня знаешь. Оставь нас в покое, а то я опять напьюсь. Тихо. Только громко не возлайте. Но тетя Тося все равно не спит. Ой, не ест сколько. Ой, которые сутки. Уныние тяжкий грех. Угощайтесь. Тося, Тось, посмотри, что я купила, а? Может, поешь? О, вкусненькое. А, поешь. Не хочется. Ну, ладно. Жалко. Как жалко. Такой одинокий. Кто? Христос. Ученики его бросили. Петр трижды отрекся. Ты что, больной, что ли? Господи, если б я был твоим учеником, я бы пошел с тобой на Голгофу. Слушай, Господи, иди-ка ты лучше домой. Мамка! Чё? Смотри, какой стул сделал. Ну? Лучше прежнего. Садись, проверь, а. Ну, проверь. Прошу, прошу. Сидишь? Сидю. Хорошо сидишь? Хорошо. Не упадешь. Золотая ты моя. А на Муромской дорожке стояли три сатаны. Прощалась я со мною милой, это будущее весны. Булочка подогреть? Может, позавтракаем? Ну, яйцо так яйцо. Крутое в смятку. Крутое в смятку-то. Анна, что с тобой? Со мной ничего. Вот он добрый. Мамка, пошел я на собачку. Запьет точно. А не зря мы из дома ушли. Нет, не зря. Я его уже изучила, вот как своих пять пальцев. И никакой ни у шабашки нет. К собутыльникам отправился. Вот придет, не узнаешь, ну совсем другой человек. Как скажи, сатана в него вселяется. Места лучшего не найдет. А лечить его не пробовала? А, горбатую могилу исправит. Ой, ничего, сейчас здесь тепло станет. Вот веришь, иногда до того доведет, чтоб все выбросила и к Лизе уехала. Господь терпел и нам велел. Он терпел за хороших людей, а мы теперь должны за пьяниц. Зачем Лиза разошлась? Работу дороже семьи поставила. Сколько раз ей говорила. Не лезь в политику. Пускай мужики разбираются.
А муж у нее журналист? Брокер. Мотоциклист, что ли? Где? Да мамка же там и тетка. Ты хозяин. Споем что-нибудь божественное. Ну, то, что мама пела. Слушайте, повесть любви, простоте. Слушайте, дивный рассказ. Бог нас навеки простил во Христе. Бог нас от гибели спас. Да Бог нас навеки простил во Христе. Открывай! По-хорошему! Ну, пощады не ждите! Пересядь от окна. Обоих зарою! А он за правду? Пойду гляну. Я с тобой. Нянька, отойди, а то не ровен час упаду, зашибу. Нужно сделать рентгеновский снимок. Где? В больнице? А вы можете в другом месте? А рентген по записи или как? Глянь, Витька там живой, не задохся. Пойди. Живой? Живой. Одеяло не сбросил? Да он же не ребенок. Хуже.
Ребенка укрыть можно. Надо сообщить Лизе. Не вздумай. У нее на работе расстройство выше головы. А если в больнице тебе напортачат? Останешься без ноги. Ты не каркай. Людям не портачат. Сколько люди врачам платят, знаешь? И я же плачу. Мне Лиза доллары оставила. Доллары тут не помогут. Попадется такой коновал. Ну, что ты предлагаешь? А вот если Лиза приедет, дадут врача самого лучшего. Так Лиза сейчас в Америке. Эх, а не видали в Америке. Что она там всю жизнь будет? Приедет? Ну вот, приедет, тогда и сообщишь. Встречаете с полупустым ведром? Так полного-то уже не могу нести. А кроме вас это сделать больше некому. Пойдемте в дом. Болею. Похмельный синдром? Ой, сестра, мне плохо. Да хоть бы раз я приехала, и тебе было хорошо. Не пей, вода талая из бани. Нормально. Ой, моя ласточка. Прилетела. Не отрезала. Ой, мамка, мамка, как же ты так, а? У магазина скользко было, упала. Все бегаешь? Бегай. Похудала. Как я по тебе соскучилась, тученька моя. Thank you.
Я помню такой случай, и была небольшим таким подростком. Послали бронить, а я не умею лошади запречь. Так мне хотелось поработать, но меня не пустили. До работы не допустили. Я села и заплакала. Понимаю. Ты давай еще войну вспомни. А войну трудились. Все отдавали, все силы отдавали, не жалея себя. Для фронта, для Родины. И много вам платили за ваш ратный труд? А платили совсем мало. Трудоднями. Трудоднями. Денег тогда еще не было. Так ради чего вы работали-то? Зачем? Для кого старались-то? Для Родины как? Для Родины? А как? Ну и что вам за это ваша Родина? А Родина помогла нам хорошо. Чем помогла? А как? Пенсию дали. Хорошую. Большую? Хорошую-то? 1500 получаем. О, ты у нас миллионер. Вон мамку привезли. Ой, отойди, отойди. Ну что? Что-что? Ну что с мамкой? Перелом шейки бедра. Увезёшь в краевую больницу, а я? Ну не маленький ты уже, устраивайся на работу. Ну помоги мне устроиться на работу, ведь ты все можешь. Да сколько раз я тебя устраивала, каждый раз тебя из-за пьянки выгоняют. Лиза. Алло. Лиза, я. Да ну что? Я согласен лечиться. Да ну забери меня. Тетя Тося. А тетя Тося? А тетка Тося куда? Отвезу завтра к родственникам. Ой, Лиза, Лиза, да кому она там нужна? Как кому? Ивану, внукам. Не возьмет ее Ванька. Да что на нем? Креста нет. Всех детей же его выненчила. Он из этой пенсию выхлопотал. Дом-то же свой продала. Деньги внукам раздала. Не возьмут ее внуки. Никто. Ну что ты тогда предлагаешь? С Витькой оставить? Нельзя. Так бы двинула по лбу. Тетя Валь, вы дома? Дома, дома, заходи. Ну, как там мама? Перелом шейки бедра. Ну, перелом не спит. Жить будет. Возьмите тетю Тося, пока мама в больнице. Я заплачу. Да дело-то, Лиза, не в деньгах. Едет ко мне подруга с двумя дочерьми. С двумя. Ведь бабылить, зря дорогу пылить. Пускай-ка женится. Ну да. На двоих.
Так ведь государственная эта дума надумала закон о многоженстве. Ну, может, и выйдет такой закон. Ой, цвети, кудрявая рябина, наливайте, друзья, соком вешним. А вчера у дальнего вина, ой, да повстречала с парнем я не здешним. А вчера у дальнего вина, ой, да повстречала с парнем я не здешним. Он сказал, приехал я в колхоз, буду травы на лугах косить, а гневьем машины буду ладить. Ой, да я в колхозе вашем буду жить. Блузы синий цвет и запах тополей. Он пришел из города, а я из полей. Жаворонок, вейся, вейся надо мною. Мое сердце полно любовью и весною. Жаворонок, вейся, вейся надо мною. Мое сердце полно любовью и весною. Любовник, картошка, не выкинешь в окошко. Да уступитесь про любовь-то, поговорите про баню. Ой. Скажи. Не говори, не говори так. Тетя Тось, сейчас баба зубастая придет тебя провожать. Ну-ка, давай, что это? Ой, заговорили-то, надо бабу Тосю пришли провожать. За бабу Тосю давайте, баба Тося, за твое здоровье, за тебя. Поезжай с Богом, мы тебя проводим. Не болей, нас не забывай, деревню не забывай. Живи с Богом, приезжай в гости. Давайте выпьем. Давай, баба Тося, чекардыхнем. Да веселее будет-то. Спасибо большое. Дай Бог дорожки. Не плакай. Приклонитесь туда, опять забуду. Ну что, согрелись? Да-да, теплей. Спасибо. Вот теперь я буду в гостинице. Ешьте сами, а для гостинцев вот. Не хочу. Почему? У меня руки чистые.
это глупо. Мы тогда еще были детьми. Выключи. За последние 8 лет в России умерло 6 миллионов человек. Выключи. Новые русские, кто они? Хозяева этой страны. Какой этой? Не цепляйся к словам. Не в словах дело. А в чем? Вот эти. Молодой человек, молочка купите? Нет, спасибо. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ух ты, жалейки. Понимает. Да, понимает. Чувствуется, хорошая. Что понимает. Высоковато. Замечательно. Сколько стоит? 200 рублей. Здорово, беру. 200. Спасибо. До свидания. До свидания. Подождите здесь. Я сама схожу, ладно? Ну там четвертый этаж, вдруг вот дома нет. Сюрприз! Иди сюда, одевайся! Холодная! А я вас не узнала! Не узнала? Давай раздевайся, раздевайся быстренько! Раздевайся! Ну, давай, 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 давай! Проходи, проходи! Проходи, проходи! Проходи! Садись! Садись! Ты знаешь, читаю все твои публикации! По ящику тебя смотрю. Молодец, высоко залетела, молодец. Ну что, чай, кофе, а? О, мы сейчас с тобой с Мороза рюмашечку, рюмашечку, рюмашечку. В машине у подъезда тетя Тося ждет. Я сейчас за ней сбегаю. Подожди, подожди, подожди. Лиза, 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 я ее в квартиру не пущу. Как? А вот так. Она ваша теща? Была. Пока не умерла Вера. И куда ее теперь? Не знаю. В помойку, в милицию, куда хочешь, это твое дело. Она что, моих детей выненчила? Ну, что значит мое дело? Лиза, за то, что она выненчила моих детей, я ей сделал пенсию. Так, секунду. Пенсию? Тетя Тося всю Толику отдает вашему сыну. Лизонька, знаешь что, давай-ка прекратим с тобой пустые разговоры.
Потому что я свое слово сказал. Нет. У меня с собой 200 долларов. Да я ее за миллион не возьму. Господи. Господи, ну что же она вам такого сделала, а? Ну за что? Не она. А кто? Слушай, Лиза, я не понял, ты кофе или чай? Она вам что, кошка, собака? А я что, лошадь? Я ведь и не жил еще. Я только вкалывал, как лошадь. Господи, с малых лет. Сначала трудодни, потом план. Пятилетку в 4 года. Потом семья, дети пошли, и все давай, 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 давай. Я на железной дороге 30 с гаком лет и в свою, и в чужую смену отпахал. Я все мечтал, Господи, я хоть на пенсии отдохну. Пришла эта пенсия, вот она, с маслом. Вера заболела, я ее в больницу не отдал. Я ее сам и кормил, и купал. Имею я право напоследок пожить по-человечески. Дед Вань, ну, я же главное не сказала. Ну, мама-то ведь не отказывается совсем. Она только на время, пока в больнице. Ну, вы же знаете, что с Витькой-то оставить нельзя. Да уж, Витька-то оставить-то точно нельзя. Ну вот. Ну, если на время, возьми к себе. В Москву? Ну, а что, в Москве тоже люди живут. Да у меня работа. Да меня практически дома не бывает. Вот, работа важнее родной тетки. Да вы что? Вы что, издеваетесь? Почему? Ты же ведь защищаешь права в Чечне. Слушайте, бред какой-то. Она что, моя бабушка, моя? Ну, как что, она моя бабушка, моя? Да, кстати, к Анатолию вести ее не советую, потому что он сам беженец и живет на птичьих правах. Дайте адрес Таи Любы. Да не возьмут они. Деньги, значит? За дом ее взяли? Ты знаешь, вот деньги за дом ее взяли. В бизнес вложили и процвели. Нет, да. Он еще издевается. Ой, Лиза. Нет. Да я сейчас ее высажу под вашу дверь. Слушай, а может лучше пристроить ее в дом для престарелых? С твоими-то возможностями, ты же все можешь. Да это не делается в один день. Правильно. Где же нам взять время для бедных родственников, когда сердце-то у нас болит за весь мир? Адрес Любки. Улица Мира, дом 5. Опустись, занавеска линялая, на больные герани мои. Сгинь, цыганская жизнь небывалая, погаси, сомкни очи свои. Часы бы можно отремонтировать, а взять выбросил. Если б только часы. Едем к Любе. А медаль мою у него забрала? Какую еще медаль? За Сталинград. А вы что, воевали? Окопы рыла. С медалями какие-то льготы. Мой дед получал. У вас там еще какие-то вещи остались? По мелочам. Ну вот все Люба сразу и заберет.
приехали. А где Люба? Его нет. А где она? Люба уехала. Ну тогда ты принимай. Я вон бабусю привезла. Почему к нам? А это кто? Это муж моей внучки Любы, Леонид. Пускай ее любимцы забирают. Да тетя Тося за дом. Все деньги на троих. Поровну же все раздала. А мы с Любой просили, дайте нам половину. Мы как раз бизнес тогда начинали. Нам деньги во как нужны были. Тайка с Толиком деньги по ветру пустили. Да Толик вообще беженец. Он же на птичьих правах, на чужой квартире. К нему вообще нельзя. Зато Тайка в элитном квартале себе купила новую квартиру. Так, дай адрес Таи. Номер дома не помню. Элитный квартал. Ну, зрительно, помнишь? Так. Садись в машину, покажешь. За мной. Тая примет меня, вот увидишь, не переживай. Извините, пожалуйста, у вас стеклотары не будет? Нет, нету. Говорите. Тая, это Леонид. Открывай. Думаешь, алкаш, что не ядец? Мой стаж, чтоб ты знал, 57 лет. Так что ж ты тогда? А ты попробуй прожить на пенсии. Полмесяца не протянешь. Стой! Ты меня? Чё надо? Чтоб ты человеком был. Не понял. Ты иди хоть поздоровайся с бабусей. Да пошел ты. Че? Люди. Люди, что же делать? Оля, Оля, не надо жрать. Не надо. Оля. Не надо. Воды. Вера долго мучилась в больнице. Мама в ту же ночь умерла. Хоронили мамочку. У отца через 2 недели эта женщина. И ты представляешь, ну везде с ней ходят. К нам пришел на Новый год. И в новогоднюю ночь закатил мне скандал, будто бы я его квартиру хочу отнять. Лиза, ты посмотри, как мы живем. Зачем мне его квартира? Я ключи швырнула и не пойду туда больше никогда. Эта женщина была до смерти Веры. До?
Мой сынок. Моя гордость. А вот это ты зря. Тут нужен медный пятак. А где же его взять? Он у меня есть. Была обычная трехкомнатная квартира. Все придумал муж. А? Вот это сауна. Будет где бабусе погреть косточки с дороги. Бабуся? Она у подъезда, в машине. Ты ее что, привезла ко мне? Ну так Леонид с отцом твоим отказались. Ой, я не могу. Почему? Ухожу. К стоматологу. Ну так вернешься? У нас комнаты лишней нет. Ну куда я ее? В детскую или к нам с Юрой в спальню? В гостиную. Мы тут принимаем нужных людей. Как ты сказала? Каких людей вы здесь принимаете? Нужных? А когда бабуся дом свой продавала и вам деньги раздавала, она вам была нужным человеком? Лиза, зачем ты так? А ты зачем так, Тая? Ты зачем так? Тебе что, ее совсем не жалко? Лиза, Лиза, жалко. Но... Что но? Не могу я ее взять, не могу. Понимаешь, сюда приходят мужики. Они тут пьют, они громко разговаривают. Но поверь мне, ей здесь будет только хуже. Значит, скажешь, чтобы сюда больше мужики не приходили. Да меня муж вышвырнет из этого дома вместе с бабусей. А ты здесь кто в этом доме, если он тебя может вышвырнуть? Да никто! Что значит никто? То и значит! То и значит! Для того, чтобы быть кем-то, нужно немножко вот иметь. А я что, вон чип, отдай, да носки постирай. Что мне делать в этой ситуации? Лиза, ты умная. Ты такая сильная. Придумай что-нибудь. Что я должна придумать? К Толику везти? К Толику? К Толику, к Толику? Лиза, он возьмет, ей там будет хорошо. Поверь мне, ей там будет хорошо. Хорошо придумали. К Толику повезти. Толик беженец, сам на птичьих правах. Вот его-то действительно могут выкинуть вместе с бабусей. Лиза, я взять ее не могу. Хоть режь меня, не могу. Значит так. Повезешь ее к Толику сама. Я тоже не железная. Каждый раз от вас выходить и смотреть в глаза. Лиза, а мы вместе. Давай вместе. Бабуся! Нет, моя доченька, нет, моего... Бабусь, успокойся, успокойся. Мы поедем к Толику, тебе там будет лучше. Тебе правда там будет лучше. Тебе будет лучше там. Бабуся, Толик примет тебя, вот увидишь. Все будет хорошо. Не плачу. Не плачу. А как Оленька? Ох, бабуся, правнучка твоя все так же в шоке. Знаешь, Лиза, дом Толика-то разбомбили. Ой, много погибло людей. И чеченцы, и русские. К
как на Олины именины испекли мы каравай вот такой ширины, вот такой ужины, вот такой вышины, вот такой нижины. Карабай, карабай, кого любишь, выбирай. Я люблю, конечно, всех, а маму с папой больше всех. А теперь задуваем свечи. Оленька, наберем побольше воздуха и как ветром задуем свечки. У нас 10 свечек, нам сегодня 10 лет. Ну, 3-4. Вот мамочка у нас умница. Сильная, молодец, задула свечки. Да не все, а мы с Олечкой сейчас оставшиеся свечки задуем. Давай, Олечка, наберем побольше, побольше воздуха. Побольше, Оленька, побольше. Давай, давай, давай. Давай вместе с папой. Ну, Оленька. Гостей принимайте. Очень кстати. У Олечки день рождения. Ну, мои поздравления. А? Лиз. Лиз. Лиза. А еще поздравления есть от бабуси. Где бабуся? А бабуся у твоего порога в машине сидит. А я тебе чего говорила? Мне яйца снились. А она мне говорит, кто явится? Кто там явится? Вот явилась бабуся. Давай, приглашай гостей. Я сейчас. Олечка, давай, приглашай гостей. Она хоть слышит? Слышит. Видит и все понимает. Только не говорит. Слушай, Лиза, ты защищаешь людей в Чечне? Но Оля тоже, между прочим, жертва этой войны. Но помоги ей. Устрой лечиться. Ты же у нас все можешь. Лучше ей лечиться в Москве. Твоя прабабушка. Помнишь бабусю? А? Как она тебя читать учила, считать, стишки всякие рассказывать. Оль, ты помнишь бабусю? Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду. Да где же ей помнить? Как только ей 5 лет не было. Зря я тогда отдала к вам в Чечню. Присядь ко мне. Росли, драли. Я же их помню. Вот с таких лет. С бабусей как хвостики ходили. Я не по-соседски мальчишек. Мы же ее так любили. Тогда. Сильная. Я просто устала. О, Господи, как я устала. Да что это?
Это моя битва за Сталинград. Не понимаю. Да просто дед мой воевал в этих окопах, которые тетя Тося рыла. Не бери трубку. Не бери. Это по работе. К черту эту работу. Давай вернемся, заберем тетю Тосю. Витьку вместе будем лечить. Да. Я слушаю. Так, спокойно. Пусть говорят. Я вернусь в среду. Да точно. Точно. Уснули. Как хорошо все получилось, Господи. На уличке день рождения, гости. Лиза нам поможет. Вот увидишь. Я верю Лизе. Олечку будут лечить в самой лучшей клинике. Ни во что я больше не верю. Ни в лечение, ни в чудо. Никогда. Никогда она больше не скажет ни единого слова. Боже, если ты есть, а помочь не хочешь, забери лучше к себе! Не мучай! Опомнись! Разве можно вслух такое? Пусть все слышат! Пусть! Ну, хорошо. Я и больше не могу! Тихо! Как не стыдно! Ты подумай, нам повезло! Мы остались живы! Мы живем не в палатке, не в чистом поле, в теплом доме! У нас есть хлеб! Живем в чужом доме! Господи, Господи, нас же хозяйка завтра выставит. Мы же у нее разрешения не спросили. Взяли бабусю. Господи. Земля с ребенком. Не имеет права. Молчи. Молчи о правах. У нас с тобой одно право. Быть беженцами в своей стране. До свидания, Оленька. Меня ангел в дорогу позвал.
Прошу время. Она ушла. Маша! Благодарю тебя, Господи. Веси.